Итак, давайте познакомимся с огурцом поближе. Огурец или огурец обыкновенный, или огурец посевной имеет одно латинское название, называется Cucumis sativus. Это однолетнее травянистое растение, семейство тыквенное, вид рода огурец. Стебель четырехгранный, опушенный, ветвящийся, лианоподобный. Если рядом окажется опора, он будет карабкаться по ней и будет расти вертикально. Главный стебель может достигать высоту 3 метров и более. Он способен давать дополнительные корни. Из пазух листьев главного стебля растут побеги первого порядка и усики, которыми растение цепляется за опоры. В пазухах листьев второго порядка развиваются побеги третьего порядка. В пазухах листьев появляются цветы, которые разделяются на мужские и женские.